привет, друзья! С вами я, Оля Ермилова, и сегодня мой инсайт дня. На самом деле, знаете, иногда в голову начинают лезть очень много мыслей, когда ты пытаешься все понять, почему эти люди так делают, почему они так думают, почему это происходит. То есть пытаешься найти объяснение для происходящего. И попадаешь в такую эмоциональную яму какую-то, я это называю так, когда ты куда-то так раз и запал, да, и ничего не можешь делать. Находишься в этом каком-то состоянии и думаешь, кто бы меня отсюда вытащил, и нужно ли мне отсюда вылазить. В общем, такую впадаешь в состояние тупки. И я зачастую, когда обращаю внимание на людей, начинаю общаться с ними, задавать вопросы, что с тобой происходит, почему так происходит, ну тоже, да, пытаюсь анализировать, такой себе психолог Ермилова. И начинаю понимать, что люди так любят сейчас в себе ковыряться, даже модно сейчас стало так в себе расковыряться, найти глубину, найти какую-то болючую точку, найти, в общем-то, оправдание. И оправдание чему мы ищем? Мы ищем оправдание бездействию, мы ищем ответ на вопрос, почему я не действую. И сегодняшний мой инсайт звучит так: просто действуй, не надо понимать. Есть очень важные ключевые штуки, есть то, что, в общем-то, тебя, ну, зажигает по жизни, те какие-то цели, которые ты ставишь для себя, в какой-то момент ты определяешь, что для тебя это главное, а затем ты начинаешь жить, и начинают происходить какие-то другие ситуации, и ты думаешь, ну, наверное, это сейчас не главное, есть какие-то другие вещи, и ты впадаешь в эти ямы, и в итоге оказываешься человеком, который как бы много думает, там, может много писать, может еще что-то много делать, но ничего не делает. А мы ведь знаем с вами, что бездействие, как бы, ну, ничего не происходит, совершенно никак. И я для себя сделала такую пометку, что неважно, куда ты впадаешь, неважно, какие там у тебя мысли, неважно, ты согласна или не согласна, просто продолжай действовать. Просто продолжай действовать, и это главное, что вытянет тебя из любой эмоциональной ямы. Потому что когда ты говоришь, окей, хорошо, ты не понимаешь, ты не знаешь, ты еще что-то не делаешь, но ты делай, потому что делать надо. Делать никто не отменял. Почему-то ты выходишь из всех ситуаций как-то на веселе, как-то все начинает получаться, и вдруг ответы приходят сами по себе. Поэтому, друзья мои, действуйте вне зависимости от того, насколько сегодня вам хочется это делать или не хочется это делать, насколько вы согласны или нет, и даже насколько вы понимаете, может быть, вам это не надо. Просто делайте то, что вы задумали, и в действии вы поймете все остальное. С вами была я, Оля Ермилова, мой инсайт дня. Не забудьте подписаться на мой канал на YouTube и читать мою рассылку, которая приходит к вам ежедневно.